улыбчиво во всем настроении. Осень у нас пришла по расписанию, а я никуда не поехала. В общем, разбираю чемодан и возвращаюсь к своей работе. Так что встретимся в моей маленькой мастерской. Итак, мы снова в моей маленькой мастерской. Кто со мной в инстаграмчике, тот уже знает всю эту эпопею с поездкой, все, что у меня случилось. В результате мы никуда не поехали. Компания Accord Tour, с которой мы должны были ехать, отменила нам поездку за 2 дня до поезда. Сейчас мы пытаемся вернуть деньги, но это оказалось тоже как бы не все так просто. Наша турагент, с которой мы делали вот эту турпоездку, она сейчас уехала, ее нету, будет через неделю, и вот когда она будет, тогда будем решать, сможем ли мы вернуть деньги. А пока я дома, и поездка неизвестно, когда теперь случится. И случится ли вообще. Потому что эта поездка переносилась уже много-много раз. Куплена была еще в 2020 году. И компания нам говорит: войдите в наше положение. Мы, конечно, входим в ваше положение. Мы понимаем, что творится в стране и вообще по всему миру. Но мы входим в ваше положение, а компания в наше положение войти не хочет. Потому что, ну, это просто, просто свинство за 2 дня до поезда отменить поездку. Причем тур был гарантированный, 3 раза подтвержденный. И это, конечно, очень все некрасиво. Ну, ничего страшного, как есть, так и есть. Я возвращаюсь к своей работе. И так, с поездкой закрыли, забыли и переступили и пошли дальше. Уже как будет, так и будет, но я надеюсь, разрешится все хорошо. Итак, сейчас у меня очень мало заказиков, такие то зайчик, то погремушечка, то балеринка, ну как бы все-все-все мало. Но с осени начинаются подготовка к Новому году, и тогда уже будут заказы покрупнее. А пока я вяжу в свое удовольствие. Сегодня у меня 3 куколки, те, которые я хотела сделать уже давно, и начала новую игрушку, которую я сложила в корзинку. Вот голова от нее, будущее. Но это будет чуть попозже. Сейчас хочу закончить с балеринками. Идея у меня была такая. Как вы видите, будет у меня 2 балеринки. Вот таких, с розовыми волосами. Это не балеринки. Прошу прощения, я их так уже называю по прошлым работам, по балеринкам так и называю. Но идея у меня такая. Вы уже, наверное, поняли, что я хочу сделать. У меня были маленькие куколки, которые были в костюмчиках животных. Это были зайки, мишки, лисички. Много было. И они очень красиво смотрелись, пользовались спросом. Кто помнит, у меня такие были с волосами куколки. И я решила, почему бы не попробовать то же самое сделать и с балеринками. Это будет девочка в костюмчике пчелки. У нее будут усики, у нее будут крылышки. И у нее будет юбка вот такого желтого цвета. Эти куколки будут девочки-единорожки.
У них будет рожок, у них будут спиральки, разноцветные гривки, и юбки будут радужные. Я думаю, будут смотреться неплохо, по крайней мере, нестандартно и интересно. Здесь у меня фантин желтый, зеленый, розовый, фиолетовый, красный, белый, пудровый. И у меня есть еще здесь немножко голубого, немножко голубого. Я думаю, мне этого хватит. Здесь осталось довязать мелкие детальки: ручки, усики, крылышки, всякие спиральки, и уже можно будет собирать юбки. Я сначала сделаю все вязаные детальки, а потом уже приступлю к изготовлению юбок. Пока план такой. Долго они у меня лежали, я их еще сделала до того, как начала собираться в поездку. И, знаете, сбор в поездку отнимал все мое время, ну не то что время, а все мои мысли. И уже я была мысленно в поездке, поэтому они у меня долго лежали. Но время пришло, и сейчас я буду продолжать то, что у меня начато. Пока так. Встретимся уже в следующем видео, и я вам покажу уже готовый результат.